Мы працуем для вас, вам наша энергия. Прес-тур с такой назвой для журналистов региональных сродков массовой информации зладили на предприемстве «Могилёвэнерго». И рассказали про то, как забеспечивают споживцу электричной и тепловой энергией. Прес-тур под назвой «Мы працуем для вас» начался с мозгового центра предприемства, диспетчерского пункта. На контроле людей, которые работают тут, каждый участок великой энергетической сетки областного центра. Часом про аварийную ситуацию яны доведываются ранее за споживца. Диспетчеру постоянно поступают звонки от жителей. Кто-то жалуется на качество напряжения, у кого-то там свет моргает, у кого-то пропадает свет. Диспетчер должен проконсультировать всех людей, то есть он должен быть специалистом не только вот в узкой какой-то сфере. Он должен полностью дать консультацию. «Могилёвэнерго» обеспечивает электричной и тепловой энергией каля 750 тысяч человек по области. Для этого дежурства несут аварийные службы. Если мы вешаем где-то ларанды, есть на опорах есть разъединители, то мы отключаем, заземляем и вешаем, пока это не заземлено, вот такой вот плакат. И не включат работу на линии. У «Могилёвэнерго» разумеют, что аварийные або плановые отключения перешкаджают звычайному ритму життя споживцов. Зараз отпрацовывается технология отправки смс-оповещения у выпадку отключения электроэнергии. Люди получают смс-оповещение, что приносит большую пользу как людям, они понимают, сколько они будут без света, так и нашим работникам, которые не отвлекаются на огромное количество звонков. Развитие по всех направках так коротко формулируют планы на этот год у «Могилёвэнерго». Одна из главных задач – створение умов для подключения жилых домов до электроотепления. Гордей Ягоров, Миколай Соболев, новини региона.